наверное, как у многих, очень тяжелая проблема, когда никому не скажешь, ни соседям, ни близким, ни на работе. Только внутри все время переживала то, что внук мой увлекся всякими гульками, там, значит, это, а потом и более серьезными вещами, амфетамином. Поэтому тревога была очень большая. Но вы даже переехали сюда не по поводу гулек его, да? Да, нет, конечно. Мне хотелось, чтобы как-то, и не только мне, период подошел такой, что он сам захотел. И я, когда позвонила, узнала, то нам сказали, только те, которые очень хотят освободиться от этой зависимости. Поэтому мы сюда, и я благодарна Богу, что я услышала передачу, вот это «Алло, лекарю», где выступал Виталий Иванович. И вот этой информации мне хватило для принятия решения. И хорошо, что все-таки и он сам согласился. Я больше никакой информации не... Я в сайт не заходила и не читала. А когда вот сюда мы приехали, вы знаете, меня поразило, во-первых, здесь человеческое отношение. Мне нравится, что здесь не разделяют по рангам. Это как бы выше начальства, а это ниже. Здесь воспринимают всех как пациентов, у которых есть проблемы. И вы знаете, начиная от нянечек, сестричек, которые принимают, настолько доброжелательно, настолько вот уважительное отношение к Виталию Ивановичу у всех, кто здесь работает. Прямо какое-то жаль, что мы его не увидели и не услышали. Но я хочу сказать, что мы почувствовали вот эту атмосферу уважения и вот такого благородного дела, с которым работают здесь врачи. Очень поразило то, с какой отдачей проводят врачи вот эти особенно кризисные, такие жесткие встречи с пациентами. Да, сеансы. Я скажу, что если я один раз просто за дверью просидела и посмотрела, я понимаю, что ребята выходят и говорят, у нас мозги промыты до самого-самого, что действительно вызывает отвращение ко всем этим зависимостям и игровым, и компьютерным, и наркотикам, и алкоголю, что выходит, что очень сильно как бы прочищают мозги здесь. И что еще мне нравится, что вот на глазах, пока мы здесь были, ребята становятся сами. Вот мой внук стал совсем другим, он уже как-то не пропускает. Целый день у них занят процедурами. Они, начиная утро и кончая вечер, в 8 часов еще последний сеанс у них. И они, это тут никто не сочкует, никто не думает, что здесь как-то так поставили укол, ушли и сняли какие-то сложные моменты, и это шли здесь под вниманием и психологов, и психотерапевтов, и терапевта, и состояние, сколько мы здесь прошли анализов, чтобы посмотреть, готов он к каким-то более сложным вот лекарствам и принятием там более сложных решений. Здесь все сделано грамотно, психотерапевты и психологи много лет, это подготовленные люди, они каждую ситуацию разбирают по косточкам и дают, ну, направление, сколько у вас еще возможностей поступить так или так. Выбирает сам пациент и родитель, кто с ними приезжает. Скажите, пожалуйста, что вы увидели, вот, как изменился ваш мозг? Ой, вы знаете, уже сейчас... В чем? Во-первых, внешне изменился. Глаза, мне кажется, он сейчас радостью наполнен с тем, что у него у самого хватило решения закончить со всеми, значит, зависимости, что у него планы на будущее, которые он сможет вот уже в чистом состоянии, может их осуществить. Он верит, что это у нас последний приезд. У меня впервые появилось вот как будто бы я глоток радости вот получила. У меня какая-то вера, что мы попали туда, где нам помогут, и не просто временно помогут выздороветь и откапать и все на свете. Мне по большому счету верится, что вот нам помогут здесь на всю жизнь, да. И вот у меня такое впечатление от этого. И я говорю, я молюсь каждый день за врачей,
Вы даже не представляете, кто читает, кто слушает меня, какая отдача у них, какая самоувлеченность такая, какая вот вера в эту технологию, которую предложил Виталий Иванович. Мне кажется, вообще такого нигде нет. И я думаю, что вот скоро нам, украинцам и местным, не будет такой возможности, потому что если люди узнают, здесь будет навал желающих действительно увидеть это солнышко, эту радость и в семье, и в жизни ребят, которые вот от этой вот свободной сейчас. При любом вашем финансовом состоянии, если не сразу, то постепенно вот осилить эту, она заслуживает, она не завышенная цена этого лечения, она даст отдачу гораздо большую, чем вы сегодня по всем долгам и по всем запискам и ломбардам оплачиваете их провалы, их, значит, вот эти увлечения всякие играми и наркотиками. Это зависимость, это, да, что вы покрываете и страдаете. Это однозначно вернет вам уверенность. И самое главное, вас в этой обстановке, это жена, или это мама, или это бабушка. Вот мне 78 лет, и я решилась, и я прошла все, и я жалею, что я только сейчас ко многому была как бы открыто мне знания, вот те, которые я здесь получила. Я очень советую вам не тянуть, а постараться и убедить ребята. И ребята, если слышат, хватит, уже вернитесь к светлому, когда вам самим себя захочется уважать, самим себя видеть в вот настоящем ритме жизни. И самим себя вот любить и хвалить, и радоваться жизни, и жить, да.